Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и... Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и... Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и... Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч, то это их приоритетная. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и будет играть. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев.
Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев вместе. Приветствуем вас из Манчестера, с великолепного стадиона Олд Траффорд. Константин Генич и Георгий Черданцев. Там на пересечении южной и восточной трибун висят часы, на которых стрелки показывают время той мюнхенской трагедии. Манчестер Юнайтед начинает первый тайм. Бей и выводи команду вперед! Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков, но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Поль Погба. Эшли Ян. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. И у соперника теперь мяч. Лингард. Алексис Санчес. И пробил игрок. Отличный момент.